топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. В недавнем интервью Яна Рудковская высказалась на тему своих отношений со знаменитым фигуристом Евгением Плющенко. Некоторое время назад пару стали подозревать в разладе, по сети еще в прошлом году поползли слухи о том, что у шоумена есть роман на стороне. По мнению продюсера, эта фейковая история была кем-то раздута. Это просто невозможно, априори невозможно. Я уверена в нем на 100%, так же, как и он во мне. Он никогда этого делать не будет. Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он такой человек. Он не будет обманывать, уверила я на ведущую YouTube-шоу Алена, блин. Светская львица считает, что измену супруга можно было бы допустить до венчания, но теперь, по ее мнению, этого просто не может случиться, а самого Плющенко Яна назвала честным и порядочным. Рудковская подчеркнула, что в ссорах и конфликтах всегда анализирует свои поступки, и если что-то происходит, в первую очередь всегда винит себя и никогда никого не обвиняет. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.